легко. Только убрал, смотри, что. Ну-ка, отворачиваем. О, здорово. Здорово. Включил камеру, не дает. Только поворачиваю, но поплавок не клюет. Только отворачиваю. И поклевка. Походу, кто-то не крупный. О. Ёрш. Ну и зачем ты это сделал? А вот руки помыть негде. Да. Там тоже берег стрёмный. Ёрш, ещё это плохо. Ну я как бы не очень хочу ершей ловить. Ну да. Я сюда, собственно, не за ершами приехал. Походу поймать леща такого. Вот с таким глазом. Вот с таким глазом. Каким? Вот с таким. А? Вот тебе глаз. И вход. О, вещь здоровенная. Есть контакт? Ну, я вчера первого такого уже даже поменьше. Удобно, что так он хочет сторожку? Да. Пошли, пошли. Да. А как я тебя, да? Бежал,
Антоха, иди сюда. Там дубасик это пулемет, я не знаю, что я. Колокольчик повешаешь, блядь, только закидываешь. Ну классно. Хороший, подальше бы отошел. Нет. Барба. Вот это вот лещ. Моя большая морда. У тебя клевало тоже хорошо, червяка обожрали, я перенасаживал. А тут просто как натянуло. А я смотрю, он тянет и тянет, тянет и тянет. Вообще, слушай, я на поплавочку такую рыбу размера ни разу не вытаскивал. Да вчера Леха стоит такой тоже. Я говорю, первый раз, говорю, за всю жизнь мне что-то мы рыбачили на барлахе. Я ни разу ни видел, не слышал, по таких размерах, говорит, рыбу вылавливали здесь. Вот такой же вот леща. Хороший лещ, вообще хороший. Она обита не всегда, блядь, кто поймает. Первый раз в жизни на поплавочку такого размера рыбу поймал. Антоха решил не бегать. Идет обратно. Надо пенопласт искать, пенопласт туда ставить. Да? Да. И здесь он клюет. О! Фанера. Фанерка, ну. Ты чё в натуре? Вот это трошка, Антон. Одного леща вдвоем ловим ее. Вон на это повешу. Вот это ты приколист. Однако. Клев затих. Антоха он пошел искать еще рыбных мест. Я, короче, здесь посижу. Одного леща поймал здорового. Думаю, здесь еще такие есть. Должны быть, по крайней мере. Будем рыбачить.
Угу. О. Сидит. Вот это вывел. Это называется, только выключи камеру. Это да? Знаешь, что самое сейчас интересное? А? Ну он заглотил как это. Тебя там поклевывай? Где? Ну было. Это червь. Это еще червь. Сколько у него червей-то? Ага, вот он, крючок. Есть. Ха-ха-ха. О, хороший изек.
что говорят, на бин надо рыбачить, да? Говорят, на бин надо рыбачить. Вот это ясь, вот это он жиранул. Тоже прикольно, да, на улице? Вообще. Да злобно так. Ага. А еще удочка-то это. Легенькая совсем. Это меня хороший. Когда так бобряк когда-то сорвал. Кстати, может быть. Бочина. Обогрил его, ёпки. Он поперёк идёт. Потихоньку. Нет, ротом. Ротом взял. Здоровый. Вот сюда, что не упёр. Ты чё съел, паразит? О, да, он удочку попёр. Только изя вытащил. Ай-яй-яй, оторвал. Крючок оторвал. Здесь запутался. А нет, не оторвал, прикинь, он выстрелил просто. Во! Вот это рыбалка! Да мощь какая, да? Вообще жесть! Слушай, говорят же, чем хуже для человека погода, тем лучше для рыбы. Ну все, начинает дождик. Будем собираться. Да попрем домой. В принципе, поймали рыбы немало. Поймали. Лещ, ясь, чебак, сорога. Карася только нету. Жалко. Но ничего, в целом рыбалка удалась. Надеюсь, маленькая река продолжит раздавать рыбу всем. Все, всем пока.